сейчас сделаем ляльку-двойняшку, да? Давайте вот вспомним, я прям на большом платке буду делать. Вот был квадрат. Я пополам сворачиваю, получается большой, у меня большой, у вас поменьше прямоугольнички. Угу. Прямоугольнички. Свернем, мы же не дотянулись. Посмотрите, как хорошо, не так, как он продавался, прям сделайте как надо. Угу. Вот. Теперь вот эта вот линия, она, как я ее называю, воображаемая, на самом деле ее очень хорошо видно, да? Значит, мы к ней. Видите, у меня весь красой. Да, был у меня уже один мастер-класс, я просто эти платки собрала. Потом. Давайте мы с вами натянем, насколько это возможно. Да заправиться. Так, теперь эту линию надо тоже тут сделать. Вот это будет у нас линия. Да, двойняшка. Мне на выставке висело вот это вот полотно, и экскурсовод рассказывала, что... Она потом проходила, и обязательно кто-нибудь снизу здесь вот заправлял. Думали, что ошибка, может быть, не прочитали, что они на двойняшке, и думали, что должна быть лялька, что-то у нее ножки голые. И кто-нибудь всегда вот этот платочек умудрялся заправить, чтобы малыш был запеленутый туго. Несколько раз такой случай. Это мышка? Котик. Или это тоже котик? Это кот Баюн. Котик, просто головка маленькая. Угу. Так. Подожди, ты сейчас опять сделала, как вот у тебя, это не будет не двойняшка, да? Покажи еще раз, что нет, против света. Так. В одну сторону. А с той стороны покажи. Все это в одну сторону, даже мне показалось. Вот смотри, одну сторону оставляем, вот одну, а вторую мы делаем к воображаемой линии. Вот с этой стороны, со спины. Со спины. А вот это все. Теперь посмотрите на своих платках, где у вас... Вот у меня, например, вот здесь не очень ровные уголочки, я их сейчас буду прятать. А вот здесь у меня получше, это у меня будут как у двойняшки вот уголки. У меня все. Вот такая буква, как английская S, вот такая должна получиться. Есть? Ваши покажите. Одна сюда, видишь, они смотрят навстречу друг друга. А надо, чтобы одна навстречу смотрела, другая отвернулась. Так вот. Так. И мы сейчас прям так на картину сделаем. Хорошо получится. Вот так, да? Видишь, вот. В чем отличие от ляльки двойняшки. Как это надо сбоку, что ли, сфотографировать вот эту вот позицию. У кого маленький платок, можно прямо начинать снизу крутить. А вот нам с вами, я предлагаю прямо пополам как-то его так. Четверть. А четверть не надо отгибать? Нет, можно прям сделать, чтобы сразу нагляднее было. Может быть, потом развяжете и посмотрите, если забудется. Не, не совсем, нет. Я оставляю себе зазорчик вот, не до самого конца. Это симпатичная сторона у нас, да? Ну все, и давайте скручивать. Ну, складочку вот такую. И можно, нам с вами нужно еще даже раз. И теперь сворачиваем. Никакой. Не, подожди, как у тебя карандашом пошло. Сейчас я соверну свой. Вот. Теперь смотрю, здесь отгибаем один раз. Пальцем держу серединку. И вот здесь отгибаем. Вот. И получилось, даже у нас должны лица разные получиться. Так до конца крутить? Да, да. И отогнуть. Теперь смотрите, пальцем вот этим не отпускать, а я вам сейчас выверну. Знаю. Дайте-ка посмотреть. Да, вот, все, вы просто закрыли. Значит, вот один уголок будет, вот он. То есть ребенок в платочке, вот. Ой, в платочке, ну да, в уголок. Вот. А второй уголок, вот он. А если бы у нас был обработанный, бы с кружевом, бы, допустим, квадратик в камне, было бы, конечно, интересно. В конце получается не ровно. Да, у вас так, а у вас, знаете, я посмотрю. А мы все равно сейчас это отогнем. Вот это спрячется вот сюда, то есть у него будет вот здесь вот сидеть. Вот. Давайте сначала один момент. Вот, то есть у него лицо и зелененький, видите, квадратный в клеточку лицо и зелененький у него уголок в одеялко. И вот так. Вот какой.
Вот, значит, у него один. Нормально, подожди, прям в этом месте не отпускай, ладно? И второй. И вот здесь мы сделаем один косой крестик. Берем нашу нитку. Вот. И делаем здесь уже один косой. Только посмотрите, как его делать. Его просто вот не так, как мы там делали три спирали. Вот это движение сейчас будет. На меня посмотрите. Сначала делаем оборот. Один оборот, встречается ниточка. Вот, встретилась. Теперь делаем сюда спиральку и еще раз назад. Вот так. Давайте я размотаю и покажу еще раз. Вот, значит, оборот, потом сюда спираль и полный оборот снизу вверх и вниз. Он также должен крест-накрест получиться. Да, но крест должен получиться только на впереди у младенца. Вот. Вот у меня крестик пошел. И еще полоборотика. Вот. Может быть, красной ниточкой повторить еще раз? Давайте я размотаю, сделаю красной ниткой, чтобы нагляднее было. Так, вот я делаю один оборот полный. Полный? Да. Потом проверяйте себя. Потом, значит, спираль пошла. И еще один полный оборот. Вот так. Вот, внизу у меня оказалась нитка. Здесь никакой спиральки на спине нету, только впереди. Вот. Потом возвращаемся сюда. Получился крест на животе у него впереди, у ребеночка этого. У двух, у лялек-двойняшек. И пол оборота еще. И завязываем, опять же, на пупке, впереди. Раньше старинные свивальники только впереди завязывались. Вот так. Вот у вас крестик, он правильный, но он спустя. Давайте еще раз. Чтобы правильно и красиво было. Вот. Значит, берем вот такой. Чтобы это не убежал клубочек. Ага, размотай немножко. Смотри-ка. Вот сначала один оборот. Встретилась ниточка. Видишь, сначала с концом встретилась. Теперь они пошли вот сюда, спиралька. И полный оборот. Раз, половинка, и вот полный оборот. Вот это у нас лицо. Значит, мы возвращаемся вот крестик раз сюда. И делаем полоборотика еще. И вот тут у нас встречается. Здесь крестика нет, у нас спине. А вот здесь завязывайте узелочек.